Друзья охотники, представляем вашему вниманию новый проект «Охота на кабана с вышки». А также не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Приятного просмотра! Иногда приходится делать такие вещи, как селекционный отстрел. Вот сейчас мы будем стрелять свинью, которая не поросится уже второй год подряд. Ну и опробуем новый карабин Прехтель калибра 8,68. Селекционный отстрел животных является составной частью выборочного отстрела и направлен на устранение больных, искалеченных или опасных для других животных особей. Выборочный отстрел обеспечивает оптимальный прирост популяции, позволяет сформировать фонд ценных трофейных животных. Из всех способов охоты для выборочного отстрела наиболее подходит охота из засады или с вышки. При этом меньше всего нарушается покой животных, ведь излишнее беспокойство вызывает стрессовое состояние, изменение физиологии животных, последствия которых могут передаваться даже по наследству. Не рекомендуется для выборочного отстрела животных облавная охота, при которой стреляют практически в первое попавшееся животное.
ухо.